Справа. Справа, блядь, походу. Я говорю, справа остановись. Дурачек совсем нет. Я говорю, справа останавливайся. С моста спускаюсь, семерка меня останавливается. 2.7, скорее всего, водитель. Води сюда поближе. С какого моста-то? С нового. Ага. По-русски говорят, справа останавливайся. Справа останавливайся. Смотри, что я советской прохожу, светофор зеленый загорелся, опять поехал, не могу его взять пока. Какой цифровой? 309, семерка, я прям за ней еду, синяя. Ну, просто на 2.7 сидит. Иди останавливайся, говорю. Маяк сели 3.4. Б-64, не остановка, 7-я модель, Семен 309, Николай Роман. Уродище, он трехсвязка, еду за ним. Не остановка, 7-я модель, цифра 309. Так останавливайся, говорю, что непонятно, где я сказал. Какой я? Не понял.
вчера в районе 16 часов водитель автомашины ВАЗ-2107 на улице Туполева грубо нарушил требования правил дорожного движения, именно повернул налево с правой полосы для движения транспортных средств, предназначенных для поворота направо. Значит, была нарядом ДПС предпринята попытка остановить данного водителя. Водитель требования проигнорировал и, грубо нарушая требования правил дорожного движения, продолжил дальнейшее движение. Значит, в процессе движения водитель неоднократно допустил нарушения, связанные с проездом на запрещающий красный сигнал светофора, выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Значит, и после преследования, после совершил дорожно-транспортное происшествие касательно столкновения при повороте с проспекта Победы на Волоколамский проспект. И в результате преследования был задержан